Тиворов, вот сейчас, находясь на уроке, как же нам все-таки выстроить вот это правильное намерение? То, что мы учим с помощью этих отрывков, с помощью того, что мы говорим, с помощью того, что товарищи спрашивают, и я отвечаю им, и вы слушаете, что они спрашивают, и слушаете мои ответы. С помощью этого мы формируем себя всякий раз все больше и больше. И каждый раз, когда я слышу товарищей, которые спрашивают из Африки, из Италии, из Латинской Америки, из Киева, из разных мест, с помощью того, что я слышу их вопросы, я все больше и больше включаю в себя их всех. И так мое намерение укрепляется и все больше и больше обновляется в наш общий центр всех нас, в нашем общем центре. Это Творец. Нам, получается, просто нужно включиться в урок, сидеть, слушать или что-то, какие-то мыслить о чем-то. Включиться и слушать всем сердцем. Не головой и не ушами, а всем сердцем слушать. И тогда ты увидишь, как весь урок, он для тебя. А не ждать, пока я отвечу кому-то, и ты дождешься какого-то своего вопроса. Нет. Анахну хаевим лит калельби. Мы обязаны включаться в каждый вопрос каждого товарища. Видеть этот вопрос как мой вопрос. И видеть ответ, который я даю тоже как ответ мне. И так в таком виде мы соединяемся. И согласно этому наша кли растет, и мы согласно этому видим все больше и больше, чувствуем все больше и больше, где мы находимся в духовном отношении.